общем, смотрите, что у нас по результату, ребятки. Ну, поймали мы довольно-таки, ну, прям вообще, ну, неплохо. Друзья, всем привет. Дмитрий Виноградов, канал «Мужская тропа». Сегодня мы с моим тестем провели ночь на одном из водоемов Подмосковья. Хотели половить вот ночью именно, потому что сейчас днем очень жарко. Утро очень короткое, потому что солнце поднимается, и уже сидеть вообще на берегу невозможно. Да и рыба из-за этого как бы, да, не клюет. Но в итоге посидели, половили. Как бы сначала не хотел это вот видео выкладывать на YouTube, но потом думаю, ладно, выложу, потому что в целом, в принципе, размер рыбы попадался неплохой. Но все равно ожидания были, конечно, у нас чуть другие. Ловил я и на спиннинг, и на донку. Батя ловил, получается, на донку и на поплавочную удочку. Так что, ребятки, усаживайтесь поудобнее, наливайте чайку. Видео совсем коротенькое. Посмотрите, что мы поймали. Ну что, друзья, пока донки молчат, вот решил пойти покидать воблерочек. Я имею в виду спиннинг. И половить на воблер вот каликана понтон 21. Сейчас покидаю, потому что нет-нет, слышу такие всплески. Такое ощущение, что гоняет судачок. Ну, посмотрим, покидаем. Что из этого получится, не знаю, поймаю или нет. Кто, ребятки, не знает, то когда вы ловите на воблер ночью судака, надо делать очень медленную проводку. Тащить воблер так, чтобы он прям минимально вот только включался в свою игру. Никакие ни подергивания, ни твичи во время такой ночной ловли судака не должно быть. Только потихонечку вот вращаете катушечкой. И вот воблер минимально свою как бы игру выдает. И как вариант на таких вот именно проводках происходит ночная поклевка судака. Так, ребятки, первая поклевочка у меня на воблер. Доночки молчат. Ох, судачок какой. Где ты, красавчик? Иди-ка сюда. Ох, хороший какой. Хороший судачок. Стой, речуша, стой. Стой. Стой, 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 стой. Нельзя, речи. Нельзя. Вот, ребятки. Вот такой вот судачок у меня. Взял. На воблерочек. Ну, я думаю, где-то под килограммчик точно есть воблер судачок. Вот, вот, ребятки, вот такой вот красавчик. Кстати, воблер у меня опять работает, понтон 21 каликана. Вот, ребятки, вот такой красавчик. Пойду-ка я к деду покажу. Пойдем, пеструшечка, вон мы с пеструшкой на рыбалке. Ох, ребятки, с почином меня. Ну, с почином. Так, пойдем, пеструшечка, быстрее. И обратно вернемся. И обратно вернемся, ему хороший. Ну, красавчик. Хороший судачок. Вообще, такая поклевка была приятная. Сильный удар. Упирался. Тут бровочка такая, выход на мель. И вот взял судачок, ребятки. Вот такой красавчик. Вообще. Класс. Друзья мои, ну вот пока доночки молчали, решил взять спиннинг и пойти покидать, половить, попробовать ночного судака. Потому что мы с тестем вот сидели, с батей, и вот слышим, что нет-нет, подбивает. И вот, ребятки, буквально второй-третий заброс, я уже даже не помню, а да, вот сейчас на адреналине, делаю заброс, очень сильная поклевка. И вот вытащил судака. Кстати, ребятки, сейчас я его только что взвесил, судак на кило 100. Не буду терять времени, как бы донки под наблюдением, донки рядом, я все вижу. Пойду, ребятки, покидаю еще воблерочек, а вдруг возьмет еще у меня судачок. Ребятки, снова меня выручил воблер понтон 21 каликана. Воблеров много, но вот сработал опять он. Недавно буквально я поймал на него щуку на 1,5 килограмма. Кто не видел мое видео с рыбалочки, ссылочку оставлю сверху, посмотрите. И вот сейчас взял вот судак. Так что, ребятки, нас, как говорится, ну не с полем, но все равно с рыбкой. Пошел ловить дальше.
Так, ребятки, пока я тут спиннингом балуюсь, батя вот такого подлеца на поплавочек поймал. Бать, ну что, с рыбкой, бать? Ну все, красавчик, все, хороший подлец. Кстати, очень жирный, да, подлец, да, такой здесь? Здесь хороший подлец. На что поймал-то? На макарошку. На макарошечку? Да, подлец. Вот, ребятки, вот такой подлецчик. Очень хороший, очень. Ну, пойду в сачок, говорю. Садочек. В садочек. К судачку положу. Они ж братья, соседи. Соседи, да. Один другого пасет. Хороший подлещик. Я думаю, такой грамм на 400, на 300, да? Где-то так, да. Ну, жирненький, хорошенький. 400. Ну, все, бать. Тебя тоже с рыбой, ну? Конечно. Ну, все, красавчик, пошел убирать. Только слизи у меня не мазают. Да, я мажусь, да? А доночки пока, ребятки, молчат. Подлещик у бати взял прямо возле берега. А доночки пока наши молчат. Друзья, время получается у нас уже 3 часа утра. Начинает потихоньку светать. Донки всю ночь вообще молчали. Что у меня, что у бати, вообще просто поклевок не было. Ну вот батя начал ловить на поплавочную удочку, вот еще, да, с ночи. Ловит на звездочку, на макарошке. Первый раз он поймал такого подлещика, грамма 300 на 400. А вот сейчас, ребятки, произошел у него поклевок. Вот, как вы видели, он взял леща. Взвесил кило 260. А так уже рыбалка классная. Я рыбу за киложку судачка взял, батя леща. Так что уже домой пустыми не поедем. Вот что-то дед, ребятки, разошелся совсем. Совесть-то будешь иметь, не, дед? Это на доночку уже клюнул, на пенопласт. О, какой хороший. Какой хороший подлещ, какой сильный-то, а. Надо мне тоже поближе к берегу доночки подзакинуть. Ребяточки, вдалеке от берега не берет ничего, а возле берега поклевывает. Сейчас тоже доночки поближе забросим. Так. Да хватит, хватит, успокойся, успокойся. Ой. Дай-то я тебе положу. Опа. Друзья, ну вот время уже 6 часов утра. Рыбалка наша подошла к концу. Не хотелось вам показывать просто пустые, как бы, да, свои забросы. Потому что дед, кстати, сел удачно. Дед ловил неплохо леща. Сейчас я вам все покажу. Ну а я, ребятки, после поимки судака все не мог. Зациклился на этом спиннинге. Постоянно ходил его, бросал. Джиг, воблера. Но в итоге больше ничего не поймал. Ну, в общем, смотрите, что у нас по результату. Ребятки, ну, поймали мы довольно-таки, ну, прям вообще, ну, неплохо. Сейчас я вам вот так вот покажу камеру. Вот, ребятки, вот такие вот лещицы. Вот такие вот хорошие. Этот, получается, кило 200. Я думаю, вот эти по полкило, а то и больше. И вот мой ночной судачок. Судачок тоже у меня вышел на кило 100. В любом случае, считаю, что рыбалочка удалась. Едем домой с рыбой. Отдохнули, подышали свежим воздухом. Так что, ребятки, если видос понравился, палец вверх. Ну и давайте, до новых встреч.